Двухэтажный дом по улице Калинина сегодня снесли экскаватором. Постройка барачного типа была признана непригодной для жилья. А владельцы коммуналок еще этим летом получили благоустроенные квартиры. Подробности в сюжете. Снос двухэтажного барака номер 35 по улице Калинина начался еще вчера. Первым делом рабочие разобрали крышу, потом подключилась тяжелая техника. Этот дом был построен в 30-х годах прошлого века. Более чем за 80 лет строение обветшало и стало аварийным. Жильцов 22 квартир переселили в новый, специально построенный дом номер 103А по улице Первомайской. О, как хорошо-то! Тамара Червякова вместо своей комнаты в коммуналке получила благоустроенную квартиру с собственной кухней и ванной. Я ничего плохого не скажу. Прижилась хорошо, нормально. Дом, построенный в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда, был сдан в эксплуатацию летом этого года. С наступлением заморозков в нем все-таки обнаружились проблемы. Жильцы нескольких квартир жалуются на отопление. Как объяснили в управлении жилищной политики, дом находится на гарантии, поэтому неисправности в батареях устранит застройщик. Напротив дома 103А активно растет его брат-близнец, также возводимый по программе переселения. В него весной заедут жители аварийных домов по улице Набережной номер 36 и 34. А дом на улице Калинина уже сегодня уйдет в историю. Барак снесут до самого основания. Земельный участок будет использован для нужд муниципалитета. Освободившийся земельный участок будет выставлен на торги. В дальнейшем он будет использован под застройку частного или многоквартирного дома. Ольга Кирюшна, Александр Барсуков, Новости Муром.